Друзья, всем привет! Очень часто бывает так, что вот такая вот вешалка ломается вот в этом месте. То есть вот эту вот верхушку отгибает, она здесь ломается. Сегодня будем дорабатывать. Что для этого понадобится? Кусок трубки нержавейки. Я ее взял от перила, у нас делали кусочки, остались в подъезде. Никому не нужны, но вот теперь нужны. И вот такой вот болт. Отпиливаем кусочек этой трубы и сжимаем его. Сжимаем здесь, приплюсываем, и здесь под углом. Угол примерно 45 градусов. Для чего это? Для того, чтобы вот так оно сюда вошло. Дальше просверливаем здесь отверстие и вставляем болт. Вот такая нехитрая конструкция. Вот так. Ну, а в результате все будет выглядеть вот так. Лайкос. Всем спасибо, всем пока.